Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Доброе утро, ебаный в рот, пацаны. Сегодня будет очуменный видосик. Охуительный, невъебенный. Ладно, это, блять, мне за такое начало нахуй страйк въебут. В этом ролике, ребятки, я буду покупать новый особняк для семьи. Он будет находиться в очень удачном месте, поэтому, так сказать, дадим второе дыхание нашей семье. Мы активно сейчас будем ей заниматься, делать наборы, поэтому, кто желает, можете приходить. Решение было максимально просто спонтанное, то есть я вообще не думал, что в этот день мы будем менять особняк. Самое сложное это было, конечно же, склад забрать, потому что там было довольно-таки много патронов всяких, материалов и так далее, но мы постарались почти все забрать, у нас это получилось, оставалось только продать особняк и купить новый. А что было дальше, вы сейчас, в принципе, увидите. А для тех, кто еще не играет на проекте Amazing Holy Play, конечно же, есть мой промокод, пишите /mm, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите самый лучший промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, мой промокод можно вводить на любом сервере. Видео получилось довольно-таки интересное, смешное, это будут разные всякие интересные моменты, смешные моменты, как мы переезжали там и так далее. То есть видосик, я думаю, вам понравится, поэтому покажите это в ролике, очень хороший активчик. Давайте постараемся собрать 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну а я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Ну что ж, дамы и господа, сегодня пришло время попрощаться с данным особняком. У нас этот особняк был долгое время, много здесь было всякой суеты, много было ограблений там и так далее, реально было круто. Короче, ребята, наконец-то мы решили переехать, так сказать, надоело нам это место, мы переезжаем в Батырево. Мы уже забрали почти полностью весь склад, получается. Ну, патроны оставим, потому что, ну, мы не можем все забрать. Да и, в принципе, патроны, как бы, нам особо не нужны. Патроны, в принципе, легко достаются, поэтому как бы ничего страшного, 20 тысяч патронов мы просрем. Ну а так, в принципе, мы все забрали, осталось сейчас только продать особу и поехать купить новую. Эта особа реально у нас долго была, просто там полгода, по-моему, может быть больше, я точно не помню, но пацаны, место в принципе неплохое, но реально надоело, приелось, хочется чего-то новенького, хочется реально переехать, как бы тут рядом ФСБ у нас, там рыбалочка, все дела, то есть место реально неплохое, но хочется разнообразия, тем более у меня 01-м когда играл, было особо в Батырево. Я не знаю, как особо сливать на самом деле. Сейчас, в принципе, попробуем. Найдем команду. Я реально команду даже не знаю. Так, я получу 67 миллионов. Комиссия, бля, продаем, пацаны. Бля, реально жалко, конечно, но место вроде бы как неплохое, наше новое, поэтому мы поедем туда просто. Я просто рад на самом деле, потому что, ну, я люблю покупочки, пацаны. Это реально классная темка. Сейчас поедем, купим новый особнячок. Там вроде бы как денег хватает, госка 70 миллионов. Давайте посмотрим, да, 72 миллиона у нас есть. То есть нам этих денег хватит, чтобы купить новый особняк. Ну, для новичков, в принципе, особо будет реально имбовая. Я так считаю, поэтому новички реально кайфанут, им будет хорошо. Если что, приходите как бы в нашу семью. Я надеюсь, что вы будете довольны моим выбором. Как бы я хотел, конечно, другую особу, но ее заняли. Конечно, будет непривычно первое время, особенно нам, которые постоянно в Арзамасе спавнились на особе. Но здесь ВЧ рядом, рынок рядом, порт рядом. То есть место реально хорошее. Сейчас будем покупать, ебать, покупать будем особу. Так, вот у нас особа, это красавица просто. Главное, чтобы она была открыта. Если она будет закрыта, то это все, это габела. Так, давайте пробуем. Так, приобрести. Все, я купил, пацаны. Отлично просто, отлично. Но у нас, по-моему, транспорт, сука, слетел. Вот что я понял, да? Да, у нас весь транспорт слетел. Оказывается, перед продажей нужно продавать автомобили, пацаны. Грубо говоря, пацаны, перерождение Фомы, так сказать. Новое место. Номер особняка 8. Мое, в принципе, любимое число. Как бы я перешел, конечно, на четверочки, но восьмерочка, пацаны, это реально с кайфом. Поэтому запомните, 8-й особняк, пацаны. Если что, приезжайте, примем вас в семью там. Чем поможем, тем сможем. Все, я оплатил, мы получили 13 ваучеров. Теперь полностью оплачен. Сколько у меня бабок ушло? Ушло, короче, 3 миллиона, да? Да, где-то 3 миллиона ушло на оплату. Надо будет поехать еще велики там купить туда-сюда. Не, ну место, согласитесь, неплохое, как бы лучше, чем у нас было, я считаю.
потому что там рядом ФСБ, вот эта суета постоянно. Тем более там рядом возле нас особа была. Короче, это место, мне кажется, получше будет. Восьмой особняк, пацаны, рядом. GPS прописали, все, приехали. Можем вас принять в семью. То есть я хочу активно реально заниматься семьей. Таксопарк рядом, шахта рядом, рынок рядом. То есть много чего рядом. То есть вот так поворачивайте, либо по этой дороге, либо по другой. То есть место реально прикольное. Эта особа была занята, но мы случайно увидели то, что она в гости. Мы вообще хотели купить в Роговичах особо, она тоже была в гости, но я в это время был в деревне. Я приехал, ее уже купили. К сожалению, мы просрали ту особу, то есть та особа была реально в Роговичах, в очень удачном месте. Ладно, просрались немножко, мой косяк, потому что я отдыхал, я был в деревне, тем более мы до конца не могли решиться, надо оно нам или не надо. В итоге сегодня хорошенько подумали, обсудили и все-таки решили то, что нужно переезжать. Передаю привет своей жене Ивану Адигамову и моему внебрачному сыну Костику Адигамову. Спасибо за внимание. Там лям 600 просрался на джимсичке. Нихуя себе, блядь. О! Долбоёб, блядь, сдох. Ладно, я потом своё, в принципе, выложу. Сейчас поедем, ебать, велики покупать. Вот это контент, ебать. Уху! У тебя тут дом, ебать, заебись. Так, вот Америка живёт, смотри. Вот да тури? Ебать, он охуеет, когда зайдет, ебать. Выходит с особой, он против своего дома стоит. Охуенно. На туре Максим тут живет, ебать, хуесос. Давайте все туда дома купим, нахуй, и будем тут жить. А целку будем чинить в СТО, нахуй. У нас в особе можно поссать. Да, поссать тоже. Поссать тем более, ебать. Погнали, погнали, ебать. Кто последний, тот гандон. Быстрее пописять. Побежали. А хули я не могу поссать, блядь, ебался, нахуй. Это мой толчок, блядь. На, ебать, вот это пошла жара. Уху. Ваня, это не в очко мне лей, ёбаный в рот. Сука. Эй, блядь, ёбаный в рот, блядь. Надо попку помыть, ебать. Пи еще раз эти джимсишки и велики. Покупай велики. Вы охуели, блядь? А скидываться никто не хочет, сука. На, я тебе на один велик скину. Купи, чисто для меня. Нихуя себе. Это ты, блядь. Все, каждый скидывается на велик, нахуй. Так тебе же упало деньги, ты дебил. Ты что, блядь, командовать тут будешь, сука? Поехали, бля, покупать велики, хуелики, бля, гелики, нахуй, бля. Бабосики будем тратить, ёбаный рот. Пока я не вижу смысла покупать, типа, вот эти машины, потому что они постоянно с расстоянки валяются. И из-за этого уходит дохуя денег, просто в никуда. Если были бы какие-то нормальные, адекватные ребята, которые бы не бросали машины, было бы заебись, а так за каждым не сидишь. Я покупаю велики, кто хочет, как бы, будет на велике куда-то ехать. А джимсишки я куплю для того, чтобы грабить военные, как бы, грузовики. Ну, то есть, пиздить патроны, грубо говоря. Да, пацаны, кто-то покупает Rolls-Royce, ебать, кто-то покупает гелики, фому, я покупаю велосипеды, ебать, почему бы и нет? Тем более, зачем нужны машины? Чтобы с одной точки доехать в другую и бросить ее, правильно? Правильно. Поэтому берете спокойно велик, ебашьте по полям, куда вам нужно, бросаете велик, и никто его не заберет, потому что велосипед нельзя эвакуировать. Охуенный план, я считаю. Нихуя себе, вот это, ебать, разработка новая, пацаны. У вас Rolls-Royce, ебать. И будь, ебать, чики-бомбини, ебать. Та ты шо, Валера? Заводи мотор. Блять, я долбоёб. Я чё не могу почитать, ебать, сколько мне надо купить? Так, еще два велика, все, ебать. А то начинаешь думать о своем, ебать, все, башка плывет, нахуй, ничего не помнишь. У нас раньше Мерседесы были, но, блять, по-моему, Мерседесы медленнее, чем GMC-шка, поэтому... Короче, похуй, блять, на чем возить патроны. Что дешевле, то и лучше, пацаны, запомните, ебать. Ёбаный в рот! Пизда. Бачок потик, нахуй. Не, ну я вообще долбоёб, ебать. Ты, сука, ездить умеешь, блядь, ты? Ютубер ёбаный, блядь. Самый пиздатый автопарк, пацаны, в жизни, ебать. Вообще, ну, лучше просто не видели никогда, ебать. Кстати, Rolls-Royce, ебать, Lamborghini, все хуйня, пацаны. Вот чекать, ебать, какой должен быть автопарк, ебать, в охуенной семье, ебать. Бабах, ебать. Уля-ля, блядь. Потерял я труселя. Вот это, ебать, понимаю, автопарк, ебать. Ебаный в рот, блядь, этого казино. Выехал. Убери свою, блядь, японскую хуйню, блядь. Я буду сейчас максималку тестировать, блядь. Этого зверя, блядь. Сейчас максималку как пиздану, блядь. Давай, первая, вторая, блядь. Третья с хрустом, нахуй. Давай, пошла, ебать. 163, 166 максималка, ебать. Не, нормально. Не помню, сколько Мерседес едет, но мне похуй. Ты заебал ту свою хуйню спавнить, блядь. Утырок, сука, ебаный. Пошли патроны. Сука, у меня микрофон запутался, блядь. Стули нахуй. Пизда. Ёбаная, сука, хуйня. Блядь. Блядь, еще стул скрипит, нахуй, как моя жизнь, блядь.
Ай, блядь, еще ухо болит, нахуй. Я вообще калека ебаная. Запомните. Нормально, что мы с тобой носиками трёмся? Ну что ж, дамы и господа, на этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо, кто смотрел это видео. Ставьте лайки, конечно же, подписывайтесь на канал. Приходите ко мне в семью. Всем буду рад, помогу, чем смогу. Я считаю то, что местоположение особняка просто шикарное. Реально, очень удобное место. Много разных приколюх рядом. Работы, магазины и так далее. Поэтому место реально шикарное. Я очень сильно доволен. Надеюсь, то, что вам это место тоже понравится. Все полезные ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. И если что, мы в семью принимаем всех, кому не лень. Поэтому, кто желает, приходите. Самое главное, быть адекватным, не наглым. Можете заходить в Discord, как бы. Ссылочку я оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.